поменял карту памяти. Продолжаем движение. Движение в сторону Перми. Расстояние где-то 120 километров. Полотно дороги спокойно. Температура минус 6. На обочине тает. Так морозно. Автомобиль Шкода Фабия. Механическая коробка. Пятиступенчатая. Большую часть пути двигаюсь на круиз-контроле. Маршрут Иркутск-Москва, участок Екатеринбург-Пермь. Эфир 15 канала, возможно, ненормативная лексика, общение дальнобойщиков на этом канале. Добавлены дорожки. Движение попеременно интенсивное. Я бы сказал, в большей степени слабенькое интенсивное движение. Где остановлюсь на привал, пока не знаю. Светового времени часа, наверное, 3. Инфраструктура, она на троечку, я имею в виду и отели, и гостиницы, станции АЗС. Продолжение следует...
уже скорость. Раз. Комментарии. Здорово. Многие другие. Если вы постоянно ездите по одной и той же дороге, тогда, конечно, получается, допустим, 2-3 раза в год проезжаешь.
первой половине дня начинает появляться какая-то боль в шее. Чисто прикасаешься пальцами, кожа болит. Массажер, вибратор, не только вибрирует, но еще и совершает вращательное движение. Буквально 5-10 минут работы этого массажера чувствуешь, как нагревается шея, то есть тепло ощущается. Работаем от 3 батареек. Три батарейки по моему АА. Давно не открывал. Топливо, ребята, продаем кафе, стоянка Дунец. Цена топлива 28 рублей. Принимаем карты любого банка. Топливо, ребята, зимнее, пермское, заезжайте, заправляйтесь. Мы работаем круглосуточно. Также в продаже, ребята, имеется дизель-мерзайка. Мы находимся трасса Пермь-Екатеринбург, 102 километр, кафе Дунья, Азербайджан. Года, когда из Хабаровска, Смоленск. Ну, стоянка для ночевки нормальная, охраняемая. Отель на Дунье. Yeah.
скорости стараюсь, по крайней мере. Почему это экономичный расход? Что расход топлива идет не в арифметической, а в геометрической прогрессии. В настоящий момент расход бензина составляет 5,1 литра на 100 км. Трасса проходит по пересеченной местности подъема, спуски, равнинная часть. Обочина, можно войти широкая, местами видно, что груз. Но надо быть предельно внимательно. Под снегом можно оказаться просто провал. Праворульных автомобилей становится все меньше и меньше. Это плюс. Двустороннее движение по одной полосе в каждую сторону. Разделительного отбойника между направлениями движения нет. Только пунктирная и сплошная линия. Назвать это магистралью, конечно, сложновато. За последние годы резко выросло. Я имею в виду долг по дороге. Так, нам было на зоне 33-40. Сейчас посмотрим, сколько на Газпромнефти. Вернее, там цена должна быть пониже. Заправляться пока еще рановато, полбака бензина, блин, и все у них городу. Надо еще рублей, слишком мало места в баке.
около входа 320 километров. А, за техникой где-нибудь задержимся. Чем ближе к городу, тем у нас свет не ближе. Тем интенсивнее движение, тем развитие инфраструктура. Я имею в виду отели, гостиницы, магазины, кафе, заправки и так далее. Вот еще Лукойловская заправка. Por
фарами. Предупредил. Все уже готовы.
Сейчас, я прошла, Сережа, давай обходи. Строим материалы.
Наблюдаем сплошная и прерывистая полоса, то есть водитель Акация идёте у вас на спуске ДТП, был внимательно, там хвост торчит. Пошел на обгон, он имел право с нашей полосы мы пойти. Там маленькая большая возможность. Сейчас спросим. А что там случилось, ребят? Бампер порвали на иномарке, блядь. Полез он нахуй. Лишним, блядь. Ну там, по-моему, уже да, дальнобойщик шел этот по левой полосе на обгон этот вылез, да? Да-да-да, он там пошел уже на обгон, а он, блядь, его нахуй. Видно, решил он третьим нахуй залезть его. Я так и подумал, блядь. Хуже быстрее же надо, блядь. Ебучие. Им по упряжке ездить, по слову впереди, а не на автомобиле. Да-да-да, ты папа. Одна Бэха, черная, за ней Лада. И вот они пытались так что сделать, или подрезать, или хрен знает что. Достали пистолет, стали размахивать из салона автомобиля. Ну там быстро оперативно позвонили, и гаишники их пробосили. Мы так в Оренбурге тоже вдвоем шли, выехали, короче, едем. Газель, блядь, обгоняет, и ствол достает нам, ну хули. В первой машине кричал, говорю, притормози-ка нахуй, он притормозил, хвостом его просто нахуй сразу скинули. И менты как раз подъехали, че вы, ребят, да хули он, блядь, валом размахивал нахуй, все пиздец приняли нахуй. Ну это уж шпана, желторотики, блин, они вот насмотрелись этих фильмов, Бумер там, Бумер 2, бригада, и возомнили из себя вот таких вот, я не знаю, вот не крутые это вообще, ну не люди. Они не знают, что 90-е годы канули в лету, и теперь
те, кто разбойничал на трассах, их недалеко от трассы и похоронили. Другие пожизненно сидят. Ну это ж Панао. Ну достал пистолет, уже дал, стреляй, но ё-моё, что ты махаешь палочкой. Да-да-да-да. И главное стоит, а чё вы, ребят, нахуй меня в Крыму с трассы толкнули? А хуй ты с баллон-то машешь, блядь? Да я вроде шутить хотел, нихуя у тебя шутки, блядь. Ну вот шутки, блядь. Вот, недавно по телевизору, наверное, в прошлом году показывали. Ну те, кто вот хулиганил на трассах в 90-е годы, видать, отсидели, вот вышли, там незначительно, наверное, у них были сроки. И стали вот тоже к одному дальнобойщику, он проколол колесо. Они подъехали к нему на этом, на ведре с болтами. И стали с него там бабки требовать, но дорога платная, ля-ля-ля-поля. Они совершенно не знают, что все машины практически радиофицированы. Ну и в отдел успел сообщить об этом. Там вот тут же толпа дальнобоев блокировала обе колосы. Эту ведро с болтами перевернули. Привет туда, этим по морде надавали. Вот такое я видел по телеку. Да и в интернете это есть. Да, я хулиганили здорово в 90-е годы. Сейчас ни одного нету. Я говорю, одни закопали прямо, прямо на обочине. Другие легализовались. Эти построили кафе, потом мотели. То есть, ну, нормально работа зарабатывает и водилам хорошо, и те тоже не бедствуют. Это шпана, желторотая, блин. Ну, мозгов-то нет, а что скажешь? Верно, блин. Они совершенно не думают о родителях, о матери, об отце. Ребята, на спуск идете, на катер. Внизу машинка работает, вы внимательные.
Бершеки было чисто. Привет, Даш, удачи всем. На Катю идешь, сейчас на спуске машинка работает, повнимательней. Слушайте анекдот. Останавливает гипнотешник, гаишник, автомобиль, который шел с превышением скорости. Подходит водителю документы. Ну, дает документы. А справа сидит жена этого водила и говорит: сколько раз говорил тебе, не садись пьяным за руль, тем более не угоняй чужие машины с трупом в багажнике. Гаишник в шоке, блин, голос дыбом вызывает.
автомобиле предлагаем дизельное топливо на охраняемость Янгельс. Ну, 27 рублей. За косой хохлушки. 45 километр, поворот на осень. Также имеется продуктовый магазин, душ, шиномонтаж и магазин автомобилей. Тонка есть? Валера, где оставил? Андрюха. Валера, впереди меня. Ё-моё! Перемазался как поросёнок, блин.
Сейчас мы с тобой, блядь, на МС-20 заедем, блядь. Черт, я что-то смотрю, где толстая. Ты там была? Лякоть такая на заправке. Старик домой. Так точно. Зигзаги, пока тут что-то крутимся. Чё крутить? Сопли жуём. В каком месте? Зигзаги. Главное, с магистрали соскочили далеко от пробки. Зато там полдня пробка была офигенная вообще. Бля, да, мужики, 60 хуярю, охуительно, бля. Там охуеваю после 3 км в час на этом участке. Пару недель пиздец ей. Да, я того же мнения. 22-23 километр подлатать тоже. Бля, ну на горочке там сделать охуенно будет. Это ненадолго же. Бля, да хоть недельку порадоваться. Я уже заебался, каждый день езжу. 6 дней в неделю, бля, охуеваю. 5 дней в неделю, не порадовался. Все понятно, раньше пробка была, блядь, лезли по встречке. Сейчас, блядь, пробки нет, один хуй лезут все по встречке. Привычка хуля осталась. Блядь, как стадо какое-то. Гаврик, ты себе пулемет еще не поставил? Да нет, пулемет меня просто удивляет, люди дебилы реальные, блядь. И шат жив. Видимо, теории у всех просто. Сегодня в новостях опубликовали, Верховный суд признал, те, кто двигаются по обочине в случае ДТП, там, если ты поворачиваешь направо, он по обочине двигался, автоматически они виноваты. В правую сторону можно сбивать. Да, толкать, в общем говоря, туда во вражек. Не было, он не имел права двигаться там, его не должно там быть просто. Буду трактор сталкивать. Нет, трактор надо оставить, он дорогу чинит. Я тут татары скоро, блядь, КамАЗ беспилотник пустят. Вот это будет нахуй клоунада. Я на такой дороге беспилотник не поймет. То ли он по полю едет, то ли по дороге.
Ну знаешь, блядь, когда на встречку легковые вылетают, 20 минут, вот, ты же бывает притормаживаешь, весь долбоёб летит. А беспилотник он же нихуя не поймет, блядь. Ну самый то, естественный отбор. Зря ты думаешь, что искусственный интеллект такой глупый. Он нарушает правила расстреливать, блин, гранатомета. А чё, прикольно, такой выехал передний, а чпок и нет, испарилась машинка. Парня, вы тут выехал по 16 недель ездите. Подскажите, где пару снежки можно забрать на прокат? Показала, куда поворачиваю.
Это кроссовку они заказали? Я говорю, да.